Я хочу начать с сюжета вспомогательного, носящего вспомогательный характер, а именно я хочу обсудить условия, скорость сходимости центральной предельной теоремы. Вот такой классический сюжет, но конкретно относящийся к теореме Сигё, а вообще совершенно, между прочим, общий, и это очень полезная тема. Значит, мы в прошлый раз закончили на том, что для аддитивных статистик случайных матриц, мы рассматриваем там унитарный случай, можно установить центральную предельную теорему из теоремы Сигё, которую мы сформулировали, но не доказали, не доказать, что будет требовать некоторых усилий, но само утверждение центральной предельной теоремы, оно не дает само по себе, то есть само по себе утверждение, что характеристические функции на единственном распределении, FN-ное распределение, соответствующие характеристические функции сходятся к. Давайте вот сказать Феллер. Да, но сказать, что вот для этого фрагмента мой источник это Феллер, второй том, я прямо буквально иду лемма 1 параграфа, когда буквально очень точно иду, параграфа 3, лемма 1 параграфа. Сейчас, простите, главы 16. Параграф называется «сглаживание». Вот этот вот прием я хочу рассказать. Собственно, Кирилл Ильич по связке говорил. До Трампа мы не дошли, но... А я пришел, я понял, да. Значит, надо что ж так. Да, хорошо, ладно, значит. Так вот, если фен сходит к функции распределения, к нормальному распределению, фен сходится к функции нормального распределения, это само по себе еще не дает никаких сведений о скорости этой сходимости. Вот такая поточная сходимость характеристических функций, которую мы будем, то есть это фенная от z, вообще вот главный принцип работы с преобразованием Фурье состоит в том, чтобы использовать разные алфавиты для координат и для частот. Потому что вообще сказание Фурье очень легко запутаться. И выполняя этот принцип, если его не выполняет, то кажется, вот нельзя не запутаться. А это немножко помогает запутываться немножко меньше. Значит, поэтому мы будем пытаться для координат использовать латинский алфавит, это частот греческий. Соответственно, сходимость характеристических функций, конечно же, влечет сходимость функции распределения, в правильном смысле, слабую сходимость мер, но не дает никакого информации о скорости этой сходимости. И саму скорость сходимости можно понимать разными способами, и я буду понимать ее самым сильным способом. Это и меня будет интересовать величина супрем. А Т FN-ная.
Просто вот такой вот супремо, супремо. Да, я понятно, не знаю. Да. Конечно, этот супремо можно написать в терминах Фурье. Значит, давайте, вот, кстати сказать, спросим себя. Вот F от T, как записывается в терминах характеристической функции распределения. Давайте напомним, вспомним, что φ это характеристическая функция, это интеграл E в степени φ, Z, DF от T. Как записать f от t в терминах характеристической функции? Какой вид будет иметь функцию? Сейчас можно не заботиться о константах, о нюансах. То есть вообще, какой вид будет формула иметь? Отдельно говорить некоторые слова про... Вообще, в правой части ты нет. Прекрасно.
можете писать такую форму. И, соответственно, разницу, интересующую нас, мы можем оценить. И, кстати, давайте заметим, что здесь, что... Заметим здесь, что затруднения в нуле исчезают целиком и полностью, потому что как раз фенная от нуля, фенная от нуля и так далее, это нули. Это тут, и более того, даже, естественно, что когда мы говорим о сходимости, то мы разумеем, что и математические ожидания этих случайных величин совпадают, поэтому на самом деле, конечно, и производные совпадают. Тут на самом деле, кстати, член z это тоже сокращается. То есть в нуле затруднения тут нет. Но есть затруднение на бесконечность. Есть вот кстати, квадрат этих интеграл, учет это трудности в нуле и на бесконечность. И это глубокая вещь. Тут вот обратите внимание, что нам недостаточно просто знания того, что для любого z, на любом ограниченном отрезочке имеет место такое подходящее. Этого нам недостаточно. Нам нужно располагать информацией о поведении такого интеграла при всех z. А может так быть, да, причем обратите внимание, что если мы не имеем каких-то точных сведений о том, как сходятся эти, насколько мало это отклонение, то интеграл расходится, и мы не можем вообще дать никакой оценки на интересующие нас. Супер, вот здесь проблема, я могу дать супер. Вообще не можем дать никаких. Ну, вообще ничего не можем сказать. Затруднение состоит в том, что для больших z оценивать этот интеграл, точно его находить, может быть сложно, потому что тут возник очень быстро осциллирующий член, и как-то так вот может быть непонятно, как его оценить. Понятно, как его оценить. Вот в этом тут, так сказать, может стоять затруднение. И на этот счет и придуман прием. Вот прием, который дает задание. Прием состоит в том, что надо обрезать частоты, обрезать там правильным образом, и дальше главный ход будет состоять в том, что вот это самое расстояние Колмогорова между обрезанными функциями распределения будет близко, это расстояние Колмогорова между исходными функциями распределения. Вот в этом состоит главный ход. Но давайте сперва обсудим, как нам провести, как будет иметь, какой вид будет иметь сама процедура сглаживания. Я буду, рассматривать, что я хочу делать. Вот есть моя функция распределения фи. Но я хочу рассматривать частоты на каком-то отрезке, минус t на t.
Вот на этом отрезке от минус Т до Т я, быть может, могу утверждать, могу делать какие-то заключения о скорости сходимости моих характеристических функций. А за пределы отрезки я вот хочу, так сказать, все забыть, что за пределы отрезки, хочу все забыть. И в этом и состоит лемма, что такая возможность у меня есть, что я могу, так сказать, все забыть за пределами отрезка от минус Т до Т и понести при этом некоторые потери, но потери контролируемые. В этом будет стать лемма, которую я сейчас сформулирую. Прежде всего я хочу, собственно, сказать, что, собственно, значит ограничить частоты. Может показаться, что первое, что происходит, можно так написать, фи от зета умножить на характеристическую функцию от f от минус t. Я, кстати, утверждаю, что эта функция вновь будет характеристической функцией. Но, между прочим, почему? Полезно. Все характеристические функции, Между прочим, почему? А, сейчас, я неправильно сказал. Сейчас, прошу прощения, на секунду, почему? Сейчас. Я правильно говорю. Почему будет? Давайте это, кстати, этот вопрос уже обсудим. Как, вот глядя на функцию, каким образом узнать, будет она или не будет характеристической функцией распределения? Если дана функция фи, как вы, будет она или не будет, это включит на костер вероятности? Да, который мог на Рахинчина узнать, да. А, не всегда. Вас, это вам рассказывали или нет? Вообще. Ну давайте я напомню, что функция фи, которую я нам что-то считаю, функция фи, интеграл, И главный смысл это в том, что это интеграл по мере. И какими свойствами он удовлетворяет? Он удовлетворяет важным свойством, что я нуля равна единице и фи непрерывно в нуле. Но это ясно. Но есть еще одно важнейшее свойство. Вот смотрите, это свойство, так называемая положительная определенность. Дело в том, что если взять какой бы то ни было характеристический полином, Я поторопился, да.
Так иначе, самому безумные условия первого этапа и необходимо, и достаточно для того, чтобы функция фи была характеристической функцией. Функция фи, как теорема, но действительно, если не накладывать каких-то дополнительных условий, что хотите? На семинар? Если... Нет, пожалуй, так нельзя. Да? Это я так вот... Так нельзя. Но! Дорогие друзья, можно сделать вот такую вещь. Вот именно. Я думаю, что и несложно, можно построить примеры таких функций, что статистических функций, таких, что условия перестает выполняться, когда мы сужаем на какой-то нерезкий. Если мы возьмем например, от нуля, то у нее характеристическая функция соответствует единице. Факт. Тогда, значит, эта штука будет... Да, характеристическая функция соответствует единице. Вот именно, да, вот и я. Ну, или можно сказать, да, что получается, что если бы обрезанность давала случайную величину, то у нее вот все ожидания там дисперсия были бы уже нулями. Нет, ну что так, иначе действительно получается неправильно, да. Так что, таким образом, да, я тут сбился немножко. Конечно же, так написать нельзя, потому что фи. Вообще говоря, не будет характеристической функции. И вообще это такое важное соображение, сходимость рядов или интегралов в Фурье, вот сходимость, понимаемая, наивна, то есть сходимость интегралов по растущим отрезкам, это тонкий сюжет и очень много ситуаций, в которых такой сходимости нет. А вот напротив того, этот сюжет очень значительно, собственно, вот первая знаменитая работа Колмогорова в том состояла, что в построении функции ряд Фурье, которые всюду расходятся. Но нужно проводить более тонкое. Нужно, так сказать, эти частоты добивать постепенно. Короче говоря, я сразу напишу, нужно взять так. Хи от минус А. От нуля до Д. Тау. То есть, в частности, если я правильно написал, то это будет вот так. Здесь нужно Тут происходят красивые вещи. Дело в том, что, как мы вычисляли в прошлый раз, преобразование в Фурье характеристической функции отрезка – это синус ядро. Давайте видим, что там.
Т, но и это, конечно, функция не положительная, это ясно. Здесь тоже кино написано. Впрочем, не писать. Но если же я рассмотрю преобразование Фурье от Что такое свёртка? Вот это сумма.
плотность суммы двух случайных величин имеет смысл, только если мы знаем, как они совместно распределены. Зная, нет, ваш ответ правильный, но нужно его дополнить. Плотность суммы в каком предположении? На совместное распределение. Конечно, плотность суммы в предположении, что они случайно величины зависят. Я просто буду с тобой взять это. Плотность суммы, кусочек 4, значит, плотность суммы, предположим, что они независимы. Действительно. Действительно. Здесь я пишу как бы инфинитизимальную вероятность, что одна из величин находится в окрестности значения S, а другая в окрестности термина C. Соответственно, сумма получается... Получается... же. Спасибо большое. Здесь S, а здесь T. И в сумме получается T, и как раз вот они перемножают плотность, чтобы есть тут эти. Да. И соответственно, так как эта величина является плотностью вероятностного распределения, то и это произведение является характеристической функцией вероятностного распределения. А именно, давайте это просто запишем. Здесь теорема Бохта-Рахичева сотрёт и напишем. А именно, что... Ошибка будет измерить по 0,9 от t. Вот она, ошибочка моя. Да?
И как бы, в сущности, на этих частотах я потеряю очень мало. Я, как бы, они будут очень небольшие. Зато, у этой величины уже за пределы этого большого вообще никаких частот нет. То есть, эта величина, с одной стороны, похожа на исходную величину, а с другой стороны, у нее нет частот больше t, поэтому интересующий нас интеграл, так в этом случае сходится. Но теперь остается увидеть, что расстояние Колмогорова сглаженных случайных величин и исходных близки. Вот это важнейший пункт. Я выбросил высокие частоты, но, может быть, расстояние Колмогорова это сильно изменилось. Вот в том, что это не так, мы сейчас увидимся. И в этом состоит я проблема, что главное. Еще раз, мы, собственно, я не буду говорить о сходнице, я буду говорить о двух функциях распределения, F и G. F и G, напишу дельта от x, это я от x отвечаю. Дальше я ввожу сглаженные функции распределения. Или лучше сказать, я ввожу выражение сглаженное, вот я напишу так. Это с правым индексом t, с левым нашли индексом t, интеграл t это t минус x, омега t x dx. Где вспомним еще раз, что омега t x это 1 минус косинус. А характеристическая функция для гортенской решения амцета это один в сущности, на самом деле, я начинал это замечание, в сущности, хотя я буду применять эту формулу, это утверждение только функцию распределения, но на самом деле мне нужно только лишь, чтобы F была функция распределения, а G там, на G может быть положено даже более слабые условия, но это сейчас нас не интересует. То есть я повлю эту лему немножко в меньшей общности, чем у нас проблема Нортеллера, но суть вопроса от этого не меняется. Так вот, я теперь пишу мои предположения. Важнейшие предположения в том, что модуль G4X меньше равно. Мне нужно не будет никаких проблем с проверкой этого положения, потому что в наших конкретных задачах G это гауссовское распределение, мы прекрасно контролируем его прибор. Нас по факту интересует скорость сходимости гауссовского. Так вот, в этом случае, если супремум x, delta x, то, что нас интересует, это, а супремум по x, вот это самое сглаженное, а вот Феликс, кстати, пишет, что так. Это просто это. Давайте я буду следовать значение этого. Я посмотрю, что все. Имеет место вот такое неравенство. Я, естественно, не в силах запомнить
на память константу, впрочем, константа это 12. Вот предположение главное, вот предположение, а это заключение. Я вам выставлю. Если вот такое прекрасное. Чем мира замечательно? Мира замечательно тем, что еще раз, от сглаженной разницы я перехожу к разнице нет. Следствие, которое отсюда выводится, следствие состоит в том, что расстояние Колмогорова, то есть вот эта самая дельта, называемая болезнь дельта от x, меньше равно интегралу от минус t до t, си от z минус си от z до z. Обратите внимание, что здесь я написал уже сходящий интеграл. За это нужно заплатить. Значит, заплатить нужно вот этим самым членом 12m на i. Сейчас я затихнул сюда. 24. Вот, здесь набирается, сейчас выскочим. Ну да, мы переходим. Вот это получается превосходное следствие. Гамма лучше видно. F отвечает фи, а G отвечает гамма. Это понятно. G отвечает гамма. Следствие видно, я надеюсь, как следствие вытекает из. Следствие вытекает из лемы, я надеюсь, ясно без объяснения. Да, давайте это проговорим. А, собственно, да, вот это вопрос к публике. Почему из леммы, вот она, лемма, вытекает следствие? Почему? Ну,
На самом деле не могу сказать, что сложно, даже действительно просто по такой причине, что это Т, вот эта сглаженная разница, просто-напросто, да, и есть, что это Т, это по определению интеграл по Т, федеральный функции. Ну еще вот это самое омега Т. А это в свою очередь тут 1 на 2 пишется. А это в свою очередь меньше равно, чем 1 на 2 пи. Да, вот этот интеграл мы пределах от минус Т до Т. Меньше равно, чем интеграл 1 на 2π, интеграл от минус t до t. Как раз именно по той причине, что вот омега t, скрытика, оно у нас не слаживает. Нет, это скрытика, оно у нас не слаживает. Вот оцениваем ее единицы, а мне мы делаем по этой всякой. Так что это просто совершенно тавтологическое преобразование. Остается доказать лемму, и это несколько более хитрая вещь. Здесь нужно немножко, как сказать, немножко напрячься. Дело в том, что, понимаете, как бы в чем, на чем игра? Игра на том, что если это расстояние велико, если эта разница велика. То есть, как, что мы доказываем? Что не может так быть, что эта разница велика, а эта мала. Вот эта разница велика, а потом все так усреднилось, что это стало маленьким. Это мы доказываем, что если это велика, то и это велика. Вот, в этом стоит утверждение. Как это доказывается? Так, мне нужно что-то стереть. Я попробую следствие. Потому что следствие... Собственно, нам понадобится, но вот следствие и есть главный плод наших усилий. Главный плод наших усилий. Да? Что мы обратили внимание, что от возможно проходящегося, во всяком случае, контролируемого интеграла от минус бесконечности до плюс бесконечности, мы перешли к интегралу от минус t до t, который контролирует нам значительно проще, заплатив за это рыночное разницу на t. Соответственно, чем больше t, чем для больших t мы контролируем сходимость эти функции, тем больше скорость сходимости с транспортированной мы получим. Вот в этом состоит. Удивительным образом, эти простые соображения, то есть тут сглаживание происходит самым наивным возможным способом, вот такой, самым наивным способом сглаживания, дает оптимальные оценки для скорости сходимости с транспортированной. Хорошо, потому что я стираю наш плод, и давайте разберем доказательство и. Значит, как тут нужно. Давайте я сохраню выражение. Есть такой x, на котором расстояние максимально. Так и запишем. Дельта от x0 равно важнейший пункт. Дальше важнейший пункт.
производная, тут вот играет роль ответ на производную G. Производная G оценивается сверху, поэтому разница не может слишком быстро упасть. Разница не может слишком быстро упасть. Разница не может слишком быстро упасть. Теперь то же самое мы переписываем немножко необычным образом, знаете, собственно, глядя сюда, мы переписываем немножко необычным образом. Мы говорим так, мы отойдем, мы зададимся h, величина, смотрите, давайте я нарисую картинку, вот x0. Здесь разница максимальная. Мы зададимся x0 плюс h. И я теперь, это будет t. Я теперь хочу написать так. Значит, что дельта от t минус x, а вот это будет t минус x. Дельта от t минус x больше равно этому фактору плюс t. Вот здесь x по модулю, x по модулю меньше равно. Соответственно, это понятие для каких, вот это понимание, какое симпатичное, какую симпатичную я хочу написать оценку. Тут хитрость военная в том, что член с x, проинтегрированный вокруг омеги, он сократится просто. А то есть только понять, какое я должен написать h с тем, чтобы вот этот номер у меня прошел, с тем, что у меня прошла вот такая оценка. Но тут, если сопоставить это и это, то можно увидеть, что h это должно быть это делить на m, может быть, на 2. Оценить его хвосты с
как вы, несомненно, сделаны. Значит, эти пласты оцениваются как так, как они оцениваются. Это пятый случай. Как они оцениваются? Что вот, пожалуйста, дискретно пусть, пожалуйста, я не против ничего не говорю. Какую вероятность имеет то событие, что, случайная величина, имеющая определение омега-Т, больше миллиона? Какая вероятность? Я тут вижу, что я написал хорошо, но не верно. Какую вероятность? Какую вероятность, что это не важная ошибка? Мы уже на занятии обсуждали, что как нужно брать интеграл вот такой по большому промежутку, по большим иксам. Как его оценить? Даже не надо, ну чуть-чуть не больше двух, да, это я, на самом деле, в сущности, можно сказать, ну да, ну в сущности, да. Меньше равно чем 4, ну вот константы сейчас для нас пишут. Пи, тере, аш. Тут важны не только аш, только важно, что тут вот оно, это тере, вот оно. И интеграл от 1 на х квадрат, по имени больше аш, это 1 на аш. Вот это отвечает. И соответственно, вот этот интеграл, теперь смотрите, как это решает. Дельта надо сперва взять интеграл по ответу минус h дальше, а это до ответа пополам. И не забыть, что мы сделали ошибку. Причем эту ошибку мы как бы делаем три раза. То есть мы сперва, во-первых, мы интегрируем по по отрезку интегрируем по отрезку минус шаг, да? Минус шаг, да, у меня с экзамен, да. А, ну правильно, да. Там интеграл больше, чем 1 минус вот это самое 4 делить на пи, правильно? И, соответственно, мы деньги уже потеряли, да? Значит, мы должны написать, что дельта от t больше или равно. Я неправильно пишу. Значит, абсолютно правильно, но я пишу неправильно. Значит, я пишу, должен писать так. Это пополам. Это пополам. На вот эту самую строчку. Я пишу неаккуратно. Так, сейчас, одну секундочку. Вот в доске ошибки. 1 минус 4 на х. Это оценка. А, ну да, вот так, И во всяком случае, я никак не могу на... Да. Это на 4 на педаль. На оставшемся
большом, вот на этих самых больших значениях, разница даже для ресурса на любом случае не больше, чем R. Итого получается R пополам, да, все правильно. На 1 минус 6. Ну да, мы не можем как бы это сделать лучше. Да. Лучше. Нет, я другой немножко, сейчас я немножко другой. Нет, не просто сама, сейчас послушайте, я немножко другой. Нет, плавно как единица, это не говорю, это не как раз как единица. Соответственно, какой формальный пример будет как разные двух функций, это не даже единица. Это может быть, в принципе, даже... Нет, значит, слышите. Не надо. И на самом деле, вот это, тут вот видите, обратите на что-то очень тонкое, вот это, оно тут важно, потому что, понимаете, здесь же H, и на H-то получается знаменатели, если бы это получалось знаменатели, то ничего бы не получалось. То есть тут важно, тут все подобно на, то есть вот эта лемма, она подобна на очень точно, то есть тут чем поразительно это рассуждение, тем, что эта лемма, она по одной стороны подобна на очень точно, это рассуждение чрезвычайно элементарное, оно хитрое, оно элементарное, но в то же время точное и оценки получаются точные. Это лемма замечательная лемма, она дает оценки точные. Понимаете? Тут лишних членов нет. Тут все по существу. Все по существу. Она дает лемма, дает точно. И эта замечательная лемма влечет то следствие, которое написала Стюарт, мы его еще неоднократно напишем, позволяющее оценивать расстояние Холмогорова распределений между интегралами, расстояние с помощью интегралов характеристических функций по ограниченному интервалу. И что и лежит в основе всех теорем об анатомской скорости в тотальной теории. Хорошо, давайте сделаем небольшой перерывчик, минут на 5. И я коротко еще немножко поговорю про теорему Сиге. Сейчас мы используем союз. Из чего мы будем исходить, что мы дальше будем делать. Так, а надо только окно открыть. Так, значит, что мы дальше будем делать? Собственно, чисто вероятностная часть на этом заканчивается.
А дальше я скорее хочу дать быстро и кратко обзор того, что будет происходить дальше. Мы будем рассматривать доказательство теоремы Сегё. Нам будут нужны теплицевые операторы. Теплицевые операторы. Вообще вот первое замечание состоит в том, что, значит, давайте так, такой будет короткий сюжет. Главные герои доказательства теоремы Сегё. Главные объекты. Вот главные объекты, это, во-первых, надо записать теорему Сегё, значит, я напомню, что, в чем, собственно, состоит наш объект, мы рассматриваем интеграл по окружности, да, от квадрата Фридриха фон Дермонта. На произведение весов. И нас интересует оценка на этот надо записать этот детерминант как детерминант теплица. А именно, надо записать W в качестве реального заметить, что этот интеграл есть просто-напросто. Этот интеграл есть просто-напросто детерминант омега с крышечки от Женевска. Вот такой прекрасный теплица детерминант. Во-первых, хочу обратить ваше внимание, что вообще вот сам этот объект замечательный, который такой вот теплый содержание, вот они оказываются крышечкой аккумулятора. Вот это детерминант матрицы, элементы которой зависят лишь от главной диагонали. Элемент, который постоянный, только главный диагональ. Это вот теплый субтитр. Как доказывается такое утверждение, давайте я коротко скажу, оно доказывается из замечательного творчества Андреева. Вот очень интересно было бы узнать, что это за Андреев такой. Который написал во французском журнале. В 19-м веке написал это творчество прекрасное. Значит, и интеграл, даже кратный интеграл, детерминант, да. Фи. Давайте так. Карти, житая от какого-то х, э. Я просто избегаю символа и, потому что чтобы и был на детерминант. Фи. Карты. Вот, x, и это
да? Это равно для тебя детагнант интеграл. Вот тут растет интеграл от фи жилка. Вот такой чудес должен быть сам же, да? Я хочу обратить ваше внимание, что вот отсюда уже видно, если смотреть внимательно на то, что с Андреева, то отсюда уже видно, друзья, что возникает детерминант теплица. Детерминант теплица. Почему? Потому что, посмотрите, пожалуйста, но вандермонт мы записываем, когда мы говорим вандермонт, мы записываем как раз весь вандермонт, да? И не должно нас особенно сильно удивлять. И у нас получается, смотрите, пожалуйста, у нас получается интеграл от, смотрите, там, W, это карта, а Е, И, там, я не знаю, как сказать, мы же говорим о принципе Вандермонда, там, J, это карта, с одной стороны, это как бы один определитель, такой вот детерминант. Это матрица такая, G, G. А другой детерминант, это детерминант, подъекте к ней, минус, и давайте там эй, это как? Это второй определитель Фредгольма. И если теперь применить с Андреева, то есть это самое тета. Подождите. Да? То получится как раз. Что это за тренант? Разве не понятно? Я говорю. Что если все то же самое делать на прямой, то будет определитель не теплица, а Гантлер. Там будет, там возникнет не J минус K, а будет J плюс K, потому что если здесь просто будут, если здесь поставить определитель X, там J, I, там I, J, K квадрат, это будет определитель Вандермонда, там это все, вся это, все это пройдет, но не будет минуса, если сделать на прямой, не будет минуса. И будет определитель не теплица, а Гантлер. В котором будет постоянно не вдоль основной диагонали, а на побочной диагонали. Будем рассматривать, будут моменты от J плюс K. Но это сейчас замечательный стороны. На самом деле, теплицевые гантлевые определители, они очень между ними есть тесная связь, которую, мне, собственно, я вот это хочу проговорить, и там, может быть, на этом даже сегодня закончится. Какие-то такие основные данные, мы это потом вспомним еще в следующий раз. Теперь, дорогие друзья, нужно рассматривать теплицев оператора. Теплицев оператора. То есть, что хотел быть оператор, это не есть оператор, но оператор вот такой же матрицы, но бесконечный. А теперь возникает главнейшее тождество. Такое. Если есть, скажите, давайте так. Что такое теплицев оператор? Теплицев оператор с данным символом, который давайте я назначу сейчас B. Это бесконечная матрица. Б, это бесконечная. Вот такая вот матрица. Это бесконечная.
женщина. Ты сам еще вчера. А вы вчера там где? Вы два, вот, да. В будет 2, это уже все вместе, конечно. В будет 2. Т, В. Сумма В. Ска. В. Так вот, возьмите, да, смотрите, а гамбит оператор, это что надо вас? Гамбит оператор с индексом, понятно? Это что надо вас? То есть, это будет сумма с гамбит оператором, это будет сумма с... Четко верно, что на всяком случае, к сожалению, в значениях есть очень возможная свобода. Я хочу быть уверенным, что я пишу. Да, я пишу. И еще мне удобно, значит, данный оператор начинается с единицы. Я прошу прощения, я тоже разберу, да? И еще мне нужен вот такой гамбит оператор, такой вот обращенный. Я пишу так. H, B. Ну, это гамбит оператор вот такой вот. Минус 1. B. Минус 2. Минус 2. Вот, дорогие друзья, дальше важнейшее тождество. Очень результативное, но очень важное. Теплый сапат B C. Это не теплый сапат B. Теплый сапат C. Но нет. Здесь поправочка. Плюс Ганкелев от B. Ганкелев от C. Вы знаете, я вот сразу хотел доказать это, собственно, но я, давайте, не буду доказывать. Получите удовольствие. Докажите сами. Это простая, это даже доказывать, то есть это вообще совершенно блестящая, что очень важно, абсолютно детально, но на самом деле тут нечего доказывать, надо просто внимательно посмотреть и понять, что это совершенно очевидно. Так, внимательно посмотреть, внимательно посмотреть, понять, что это совершенно очевидно. То есть вот Ганкелевы, понимаете, ганкелевые операторы, возникают при изучении теплых операторов. При Но я раскрою маленькую тайну, если на теплицах оператор посмотреть на кого-нибудь, то просто гамма. Все на этом поставлено. В общем, я говорю, получить удовольствие, правда. Я могу рассказать, доказательство рассказывается за минуту, буквально даже не писать ничего не надо. Нужно только правильно посмотреть и правильно кого-нибудь. Вот идея. А дальше здесь вот такой прекрасный ход делается. Ход делается такой. Вот главный механизм доказательства теоремы себя, понимаете? Сейчас я вот объясню. Мы рассматриваем теплицы, которые, видите, то снова обрезанные. Да? НР. Нам было бы проще, если бы мы рассматривали необрезанные. Для необрезанных его
нам правильно, вот может быть найден явная форма, явная форма, которая отыгрывается отдельно. То есть, просто тут есть два шага. Во-первых, мы все делаем собственно доминанты некоторые. Это нужно объяснить, что это значит, это объясняется, бесконечный объект. Бесконечный объект, он проигрывает. Бесконечный объект, не проще, чем конечный. Бесконечный объект, не проще. А дальше нужно вот как раз обрезать, да? Нужно вот срезать уголок N. И вот я сейчас объясню, как заниматься бесконечным темным квадратом. Это отдельная тема, несложная, очень красивая, но это отдельный вопрос. Как это сделать? Как это сделать, это отдельный вопрос, и там нужно, как сказать, действовать к уму. Там очень красивое, я только напишу формулу, это будет как реклама. Формула Хельсона-Хаун, которая выглядит так, что детерминант экспоненты А на экспоненту Б на экспоненту минус А на экспоненту минус А. И, конечно, можно сказать, что, когда он равен лимит, он не равен лимит. Вот не равен лимит, он равен лимит, сейчас будет видно. Это детерминант, вот этот стоит формула Хельсона-Хаун, это экспонента в степени следа коммутатора АМБ. Опять-таки, разумеется, след коммутатора АМБ, он равен, очень часто равен нулю. Но на самом деле он не обязан быть равен. Конечно, он не обязан быть равен. Вот если вот этот след определен, вот этот определитель, он тоже не равен единице, он равен экспонента, он просто равен, но очень красиво формулируется. И с ее помощью можно справиться с бесконечным теплым детерминантом. Надо увидеть, что бесконечный теплый детерминант имеет вот такую структуру. Это не очевидно, и это отдельный рассказ. Я, собственно, не готовил его сегодня делать. Отдельный рассказ. И вот из этих холезных соображений, там очень красиво это так и определитель раскрутить. Сюжет. Значит, дальше вот как срезать уголок. Тоже я скажу только соображение, а подробности это как срезать уголок. Уголок срезается с помощью тождества Якоби. Тождество Якоби. Тождество Якоби дает ответ на вопрос, как срезать, как находить вот такое вот выражение. Определитель от матрицы А минус первой, окруженной неким проектором P. То есть у нас есть координаты А минус первой, есть проектор P. P можно принять как проектор на первое там 10, скажем, координат. То есть как вырезание уголочек. То есть вырезание матрицу, а против ее вырезание уголочек. Вот надо взять дополнительный проектор Q, это скоро один. Дополнительный проектор. То есть, например, где P это проектор на первые 10 координат, то Q это проектор на оставшиеся координаты. Сейчас, подожди. Детерминант. Q. Куаш, я же не учу. Естественно, нет, иначе
Питер, Альфа-Ромеев точно прав, что если оба обещают то, что умножить на нуль, то, конечно, получится вероятность. Вот такое тоже. В сущности совсем не сложно. Значит, можно увидеть частный случай, это проиграет то, что Доджсон. Кто называл Доджсон? Кто такой Доджсон? Я уже где-то историю, что я читал сочинение Доджсона, и когда вышло очень известное сочинение Доджсона, то королева попросила, чтобы следующее сочинение ей было доставлено тоже. И приказ королевы был, конечно, выполнен, ей доставили, ну, конечно, вы сказали, да, ей доставили вот эти терминации. Конечно, это не сказали, тоже что Доджсона. Значит, здесь такая игра. А берем этот частный случай, берем матрицу и вырезаем первую строку n-ный столбец, n-ную строку первый столбец. Да? Значит, и то, что такое, что определитель матрицы, если вырезать, значит, сейчас, секундочку, так, нужно только не правильно, так сказать, сейчас, секундочку, извините, я сольюсь. Значит, определитель матрицы, если вырезать, ну да, нет, правильно, если вырезать первый n, то есть 2, первый n, умножить на определитель матрицы, равно, равно определитель я, пожалуй, даже докажу, а то, что стоит в копии, давайте оставим еще один раз. Или оставить то, что то, что нужно, ну, совсем не достаточно. Или оставить то, что то, что тоже достаточно. Как публика? Как публика хочет? Так, другие есть, как... Хоть полагать, что это у нас демократическая страна, то есть, как бы, кто за то, чтобы оставить то же художество для состоятельного мышления? О, у меня уже это не согласен. Вот это я понимаю. Ну, уже. Значит, вот раньше что? Как-то это в стране, где я родился. Все, так что давайте подумать и получить удовольствие. Якобин там немножко хитрее, но дождь, значит, Доджсона, дам совет, значит, матрица, скажем, 4 или даже 3 на 3, Доджсона там совсем нужно увидеть, вот механизм совсем не стоит. А Якобин это там накрутка на то, что надо. Все, в следующий раз Алексей Владимирович будет, как я вам сказал, я.